900 квадратных метров для творчества. В Харьковском национальном университете имени Каразина открыли студенческий коворкинг. Там все желающие смогут реализовать свои образовательные, культурные и досуговые проекты. Это интересное пространство создавали 3 года. Как выглядит Каразин Student Hall, расскажет Анастасия Харькова. Зона для отдыха, здесь есть плазмы, есть удобные пуфики, столики, соответственно, можно с друзьями поиграть в какие-то игры, почитать, пообщаться. Кроме зон для отдыха, в коворкинге есть конференц-зал, сцена, место для работы и кафе. Все зоны легко трансформируются. Раскрепощенность и свободе, здесь и композиция пространственная этому подчинена, решена в виде перетекающих свободных пространств, без перегородок. Зонирование чисто символическое. Чтобы оно было максимально удобным, детали обсуждали со студентами. Идеи, все какие-то эскизы и так далее, они были утверждены со студентами, потому что старались сделать максимально комфортное, максимально приятное место для проведения студентов здесь. Новое интерактивное пространство первым гостям коворкинга понравилось. Планируют активно проводить здесь свое свободное время. Я очень рада, что наш университет поддерживает такие инновационные методы, чтобы студенты, у них было место, где им можно отдохнуть, где можно поучиться, прийти с друзьями, просто расслабиться после пары. Мы обязательно придем сюда с моей подругой, мы будем учить. Нам надо много учиться, мы будем учиться. Я думаю, это будет все студентов. Между студентами мы пригласим сюда и сделаем большой праздник, ну, как национальный обычный, это будет легко будет. В университете имени Каразина обучаются около 15 тысяч студентов. Пространство доступно и для людей с инвалидностью. Антон Алижас, Анастасия Харькова, Харьков, UATV.